Ну а поклевка была или нет? Завела. Она была. И все, ее нет. А я что, виновата? Ну а не, я виноват, наверное. А я виновата. А Дима по нулям. Все, теперь давай с этим. Для контента с вами. Контент у меня. Продолжаем вывод. Привет, друзья! Еду на трофей. Вот такая у нас загрузочка с вечера была. Еду с лодкой и с женой. Вот такая компания в этот раз. Давно не был на рыбалке, с работой не мог никак вырваться. Сейчас буду стараться уже выезжать хотя бы раз в неделю. Все, едем тестить диппер, столик от Борики. Все. Всем добра и приятного просмотра. Что, тестим диппер, дно ладошка, наверное, я так подозреваю. Посмотрим. Покажи. С креплением надо будет подумать, потому что не очень удобно. Ветер сильный, что сносит. Да, порой, да. Так, ветерок поднимается. Ветерок поднимается. Сейчас отложим приманочки, на которые будем ловить. Пробовать. Где? А я. А, Катя уже пошла. Так. Вот этот хорошо себя показывал. И белый. Белый, можно даже попробовать малышика. Что-то белый надо искать, блин. Не заряженный. И уже цвет полинял, как всегда. Так, это у нас новенький. Ну, начнем с этих. Все, начинаем. Что там? Показывай, как ты закидываешь. О. Если бы ты не снимал. Если бы я не снимал. Друзья, очень удобный столик. Делал на него обзор при распаковке. Вот смотрите, все прибамбасики тут вставляются. Все у тебя под рукой. Во-первых, площадь какая. И не мешает в лодке. Вот он крепится. Это Борика. Разные шарниры выставил себе как удобно. У меня он под левую руку за спиной получается. Ну все, приманочки, которые испробовал, которые надо попробовать. Грузики, смотрите, обратите внимание, тут магнитики. Очень удобно, чтобы они никуда не убежали. Вот такая вещица. Так, ну ловим, ловим дальше. Что там клюет? По краям. Напарник. По краям. По краям, говорит, клюет, а мы стоим не там, где клюет. Тяни, не-не-не. Не крути ничего, тяни, там все было отрегулировано. Ага. Она такая дурная. Ты уже наоборот его затянула. Я не поняла, куда шел. Давай. Тяни. Вытягивай, как карпа. Раз и подтянула. Молодец. Тихо. Вот это Катюха дает. Так. О,
Хорошая. Угу. Не шнуровчик. Ну, с почином, как говорится. Видишь, она тут есть. Она тут есть. Не зря пикал. Тихо. Опа. Все, сошло. Ой. Ой. Катя словила вот такую красотку. Не знаю, сколько. Полторушка точно есть. Да два. Два? Можем взвесить. Давай. Давай взвесим. 1640. 1640. Так, все, не мучаем, выпускаем. Ну все, с почином. Перекус. Рыбка неактивная сегодня. Ребята тоже не ловят. Ни с берега, ни на лодках. Сейчас перекусим, пойдем дальше. Катя пока что лидер по всему ставку. Со своей одной щукой. Пойдем еще поищем там, где мы ее взяли. Обловим то место. Может, там кто-то что-то еще есть? Давай, пацак. Давай. Иди сюда. Это которая бомбон там? Это что-то не похоже на щуку, дело в том, что. Может, забагрили кого? Так, пофиг. Не, щукен. О, хорошая. Если что, не сбей. Оно там цепко? Готовь. Такая, это она же. Побольше. Мордатая. Она холодненькая? Холодненькая. Рыба холодненькая. А. Ого, не хочет открывать. Зёб. Ля, как защемил. Да. А ну, Катя, возьми ножницы снизу. Не ножницы, а пинцет. Тихо-тихо. Она вышла. Все, ушла. Молодец. Есть. Весы. Два 850. И сейчас подсак взвесим отдельно. Так, выпускаем. Держи подсак. О, пошла. Хорошо пошла. Где детки?
было 2850, минус 600, 2250. Ну вот, друзья, подошла рыбалочка наша к концу. В общем, дела такие. Ветер капец был, метров 7, как обещали, порывы до 12. Лодка у меня, якорь, килограмма, вот не помню, или 4,5, или 5,5. В общем, сносило даже местами, бывало, несло якорь. Катя словила 2 щуки, точнее, 1, и 1 у нее завела в камыш, сход был. И я 1, 2,250, у Кати кило 650. Серега тоже, кентушка наш, по рыбалке был, взял 1 щуку тоже. Ну, в общем, пассивная щука сегодня. Ну, дело такое, это рыбалка, это погода. Как всегда, давление, если не клюет. Ну, реально давление сильно изменилось. Очень резкий скачок. Так что вот такие дела сегодня на трофее. Дальше ловим. Подписывайтесь на канал, комментируйте, лайкайте. Всем добра!